все. Я говорю. Хорошо. Я буду у него в кабине сидеть. Скажи, что я нахожусь у Иосифа. Вот такая техника. Я тут застрял. У Игоря там машина лопнула, колесо, видать. Весна, полез. Вот это Иеремия. Вот имена-то какие чудесные. Сейчас поедем. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Я задержал тут немножко. Куда меня девать-то здесь? Далеко? Километров 15. В какую сторону идти, не знаю. А рядом там он на горизонте, вот эта лиза, полоса идет. Это бор. Бор зашарченный. А там вот крышу, блядь, это склад, где мы были. А здесь и 8. Вот сейчас обо мне договариваются, где меня забирать отсюда. Это больше 15 километров от Потеряевки. И везде лес, дороги проселочные. Вообще не определишь, где какая деревня. Вообще нельзя. Ну и Рёма сказал матери, позвонил Елена Анатольевна. Где-то тут она приедет, меня заберет. Вот, брат, дела какие. Даже никогда семи пядей во лбу, говорит, ума не хватит, что дорога, лопнуло колесо, и проезда нету, и Иосифа сразу они, видишь, перевели на другой комбайн. А тут склад, он только туда будет возить. Но это время-то идет. Ровно в два я выехал с деревни. Вот Еремия. Эти молодые ребята, все тут разбираются, комбайны, что-то где-то подтягивать надо. В кабине я был, там ехали, пылинка не попадет. А вот он ЛДПР, на той стороне основатель этого. Он счет дает за все. Вот ремонтирует это пошло. Отец приехал. Вот тут. Елена Анатольевна приехала. Но я еще думаю, хоть в какой-то кабине сидеть-то я хоть как-то. Сегодня постный день, я не ешь. Обувь как. Я не уйду. Где-то под забором так и закончится. Иосиф меня взял. Я поехал. Ну, вообще-то... Ну, садитесь, в машине посидите. Не, я рядом буду, но мое место не занимает, пускай. Ой-ой-ой. Это знаешь, какая эпопея целая. Вот буду рассказывать, не каждый поймет, что это такое. Вот сейчас, видишь, садись на свое место. Ну, я подойду поближе. Там стучат. Что-то будет делать. Хозяйство барабаш, а то кошку держит хозяйство. Я вот сегодня посмотрел, как это достается. Ой-ой-ой. О, я понимаю.
одна машина подъезжает. Вот я теперь машину сяду, никуда не уйду. Там и буду. Вперед сюда прокрути. Еще нет, нет, нет. Все, все, все. Как работает? Как происходит, из-за чего? Причина? Можно плохо закрутили. Плохо закрутили? Возможно. Добрый день. Здорово. Ну, без нас обойдутся. Они амазонки настоящие где. А то выдумывают. Все знают, все умеют. Помоги, Господи, благослови, Господи. Что могу сказать? Это молимся, благослови, Господи. Видишь, как на такие нас пылинки-то идут в глаза. Пылинки и мусор. Только заходят уже в глаза. Так, все на этом.